Друзья, всем привет! Сегодня у нас на видеообзоре мотор модели 4SKM100 Spruch. Мы сегодня сделаем такой видеообзор, посмотрим, сколько нужно в этот насос масла и какое масло нужно заливать в водяные насосы. Для того, чтобы злить или залить масло, нужно вот здесь снять штопорное кольцо. Сняли штопорное кольцо. Затем нужно вытащить крышку. А для этого, чтобы снять крышку, нужно отвертку ее помочь. И достаем вот эту крышку. Затем вот внутри еще есть такая резиновая, как уплотнительное кольцо у нас служит. И вытаскиваем, как стаканчик такой. И давайте посмотрим, сколько масла. Вот у меня такой стакан. Померим, сколько масла нужно в этот насос. Сейчас все сольем. Где-то будет полный стакан. Должно все влезть, мы сейчас посмотрим. Возможно, и не влезет. Вот. Все и не влезло. Сейчас сольем. Так, у нас здесь 300 грамм. Слили. Еще раз. Ну, я не знаю, там, возможно, еще грамм 50 будет, но не знаю, может и нет. Сейчас увидим. Итак, масло все слили с насоса. Что у нас получилось? Первый раз я набрал 300 грамм и вот здесь 125 грамм. В общем, получается 425 грамм масла в насосе Spruch 4SKM100. Да, еще хотел бы сказать, что какое масло можно заливать в эти насосы, это редукторное масло. Синтетическое редукторное, но оно должно быть, масло должно быть с пищевым допуском. Все масла, которые заливаем, должны быть с пищевым допуском, поскольку
есть возможность такая, что масло попадает в колодец или скважину, и затем нужно очень хорошо чистить наш колодец. А если мы зальем масло с пищевым допуском, то у нас не будет никаких серьезных проблем. Вот так. Наш насос может заливать 450 грамм, 425 грамм масла, и выбираем масло редукторное или синтетическое, или синтетическое редукторное, но с пищевым допуском. Вот такой сегодня у нас был видеообзор. Всем пока. Пишите комментарии. Если было полезно, ставьте лайки. Пока.